Всем привет! Сегодня готовлю картошку в горшочке с мясом. Ничего сложного нет, все довольно просто и быстро. Но блюда, приготовленные в горшочке, всегда отличаются вкусом. Получается всегда очень вкусно, аппетитно и красиво. Вряд ли найдется тот, кто откажется попробовать. В моей семье это блюдо одно из любимых. Мясо моем, нарезаем на кусочки примерно 3 см. У меня мясо говядины, можно заменить на свинину. В сковороду наливаем немного растительного масла, опускаем подготовленное мясо. Перемешиваем, пока мясо не начнет менять цвет. Как только мясо начнет выделять сок и пениться, тушим его без крышки до тех пор, пока не испарится жидкость и мясо перестанет пениться. Лук нарежем полукольцами. Морковь натрем на крупной терке. Добавим к мясу. Тушим 2-3 минуты. Добавляем приправу для мяса, половину чайной ложки соли. Заливаем водой так, чтобы мясо скрыло чуть больше, чем наполовину. Добавляем лавровый лист, перец по вкусу. Перемешиваем, закрываем крышкой и тушим на медленном огне 40-50 минут до готовности мяса. За это время часть жидкости испарится, так и должно быть. Добавляем 100 грамм сметаны. Перемешиваем и тушим 2-3 минуты. Картофель очистим и нарежем кубиком такого же размера, как и мясо, 3 сантиметра. Картофель перекладываем в кастрюлю. Добавляем подготовленное мясо. Немного посолим. Чеснок порежем пластинками и добавим к картошке. Все хорошенько перемешаем. Раскладываем по порционным глиняным горшочкам. Данного количества ингредиентов хватает на 3 горшочка по 500 мл. В каждый горшочек наливаем по 70-80 мл воды. Закрываем крышками. Ставим обязательно в холодную духовку и готовим при 220 градусах 50-60 минут до готовности картофеля. Готовое блюдо подаем на стол в горшочке или выкладываем на тарелку. Мне больше нравится есть прямо из горшочка, так кажется еще вкуснее. Аромат из горшочков быстро собирает всех к столу. Это очень вкусно, рекомендую. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!